В Одинцовском округе продолжает работу волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи населению в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Помимо адресной помощи по заявкам, которые штаб собирает на номер горячей линии, волонтеры помогают в доставке продуктов, бытовых товаров и средств индивидуальной защиты в составе автомобильных групп. В ходе двух рейдов в Одинцово и Сколково привезли около 8 тысяч защитных экранов. Их передадут медицинским работникам, сотрудникам почты, МФЦ, банков и различных социальных служб.